В общем, получается артикул. Вот таких вот две штуки я заказал. По высоте плюс-минус одинаковые. По длине сейчас проверим. Но они идут без резинок. Так, по длине проверяем. Здесь у нас получается 24,5. Здесь у нас получается 23. Здесь у нас 24,5. Здесь чуть побольше. Но за счет того, что целый язык до 24, я думаю, зажмет, защелкнется. Здесь у нас 26,2 по ширине. Новый 9,5, старый 10 с чем-то, 10,2. Здесь вот на месте сужения у нас идет 8. Здесь у нас идет 9,5. Тут чуть-чуть шире. Ну, не знаю, станет он или нет. Так получается, если по этому судить, то у него вот этот вот угол, ну, не так, он круче получается, тупее угол. Вот, если их выставить, здесь немного тупее угол, но здесь она сверху. Посмотрим, как будет струя идти. Когда установим. Думаю, что все будет нормально. Так, резиночку пока сохраним. Здесь резинка подусохла немного. Но я думаю, должен стать. Еще раз, вот так вот они выглядят друг напротив друга. Если по углу, то здесь больше острее угол. Тут тупее. Но вроде бы как направленность одинаковая должна быть. Здесь вверху. Вот. Тут чуть ниже. Но опять же, они регулируются, а здесь нет. Единственный нюанс различия. Здесь получается 5,5 миллиметров. А здесь ширина лапки, ну, получается 8 миллиметров. То есть ее можно подрезать либо же ножом аккуратненько, ну, либо напильником, надфилем. Тут как раз он становится, и на всю глубину можно подшарошить чуть-чуть, ровненько. Ну вот. Теперь еще с этой стороны и все. За ним зашли две женщины, которые не видели, что я ему хотел уступить, и начали осуждающе смотреть на меня. И мне ничего не оставалось, кроме как осуждающе смотреть на деда. Знаете, мне еще не нравятся мои знакомые, которые пишут длинные сообщения без знаков препинания, непонятно, что они имеют в виду. Типа, думаешь, я в кино до конца месяца? Нормально? Нет, окей?
У меня есть знакомый.